Всем привет! Сегодня тест самопальных самолетов. Помимо этого еще по тегу, поклею стикеры. Короче, погнали. Обеба. Потегаем. Пойдем потегаем. Just like say,
Я сделал самопал для следующего ролика. Конечно, у меня не получается снять, потому что я постоянно ошибаюсь. Решил вкратце вам рассказать, что надо делать. Для того, чтобы получился у вас самопал по моему принципу изготовления. Вы берете баночку пластиковую, чтобы она легко прогиналась. Заливаете туда тушь. В моем случае тушь. В вашем случае это может быть абсолютно любые чернила. Хоть зеленка с фукарцином. Кстати, тоже классная заправа. Советую. Потом берете нитку, ой, ткань, и скручиваете ее в рулон. Суете туда, желательно помогать ножницами, если она плохо суется. Обматываете нитками и скотчем. Готово. Пропитываете. Идете тегать. Надеюсь, ролик вам понравился. Поддержите меня там лайком, подпиской. В ссылке в описании я оставлю свой ТикТок и Инстаграм. Тоже, если хотите, можете зайти. Все. Всем удачи, всем пока.